Здравствуйте, это канал Максимадзе и Hello Neighbor. У нас сегодня моды на Hello Neighbor. И сегодня мы все-таки давайте попробуем пройти тот самый мод, который называется Neighbors Comeback, который представляет собой дом из Альфа-1, но со всеми этажами, то есть дополненный дом, где все этажи имеются. Но немножко, правда, придется почитерить, потому что я... Так, выбираем интро. Потому что я, видимо, не такой профессионал большой и не могу этот мод пройти без читов. Я пробовал. Это слишком сложно для меня. Вот если бы автор... Он выпустил обновление. Его просил я, чтобы... Он сделал мод чуть-чуть полегче и сделал обновление. Но в этом обновлении сосед стал только чуть-чуть медленнее бегать. И, к сожалению, это... Легче от этого мод, к сожалению, не стал. Он по-прежнему хардкорен, как никогда. Но он добавил кое-что еще, что мне очень понравилось. Так, включить электричество нас просит. Дальше нас просит проверить внутри. Да, прикольно, вот анимации он сделал вот такие. Сам мод очень-очень крутой, все вообще шикарно, абсолютно, просто обалденно сделано. Но высокая сложность, это единственный минус. Высокая сложность. Для настоящих хардкорщиков мод явно сделан. Поэтому кое-что придется нам сделать с помощью командной консоли от Greenhouse M13. Ну и кроме того, есть... Я обнаружил один баг. Соседа забаговать можно здесь. И я продемонстрирую это чуть позже. Сосед в этом моде может нас преследовать не только на территории своего дома, а вообще в любом месте. Он даже к нам домой зайти может. Вы не увидите каких-то эмоций прям интересных, типа, о, нифига себе, вот это автор сделал. Я уже изучил, как этот мод проходится. Конечно, за один выпуск мы вряд ли пройдем этот мод, он очень-очень длинный. Ну как длинный? Дом очень большой и просто не хватит за целый выпуск изучить его. А там во всех комнатах что-то есть полезное. Во всех прям. Cry about it. Вот сейчас нам позволяют изучить дом. Короче, в спальню. Опа, а где она? А где она? Может потом появится, не знаю. Да отсылки на меня почему-то нету. Там в спальне должна отсылка на меня была быть. Ну ладно, может быть... Может, когда я посплю, может, она появится? Радио в воздухе осталось. Идет загрузка, подождем немного. И вот с этого момента игра начинается, по сути. Может, сейчас появится отсылка? Ну-ка, давайте проверим. Вот она, вот. Вот, автор оставил на меня отсылку здесь. За это ему огромнейшее спасибо.
И впервые в модах на Hello Neighbor отсылку на меня вставляют, кстати говоря. Давайте снимем эту лампочку, она меня просто раздражает. Хотя ее и так можно отключить. Странно, почему я сейчас не достаю? Я раньше доставал до нее вроде бы с кровати. Достану, нет? Во! Впрочем, мы изучали уже дом. Кроме отсылки на меня и это... И то, что сосед стал медленнее бегать, больше ничего не поменялось. Вроде как. Ну и страшная комната вот эта вот. Пошла нафиг ты, кукла. Смрадная. Ну, домик неплохо сделан. Второй этаж неплохо проработали. Вполне. Здесь, собственно, ванная и туалет. Ну, правда, унитаза что-то нету. И кухонка, пожалуйста. Вот кухонка. Где же унитаз, только не знаю. Ладно, пошлите к нашему соседу. И вот что нам надо сделать. Давайте подготовим бак этот самый. Разбиваем окно. У себя вот здесь. И, во-первых, нам понадобится режим ГОСТ, чтобы разыскать охранника соседа. Тут в этом моде два противника целых. Это сосед и клон главного героя. Судя по всему, это охранник его. Не знаю, почему он, правда, выглядит так же, как главный герой. Вот он, смотрите. Он живет как бы здесь, но он иногда... Идет, но он часто ходит по дому соседа, и он будет нас преследовать тоже. Он, его цель ловить нас, если он нас заметит. Он не умеет разбивать окна, он не умеет, он не получает урона от предметов. Но, давайте введем команду Destroy Target. Таргет. И удалим его нафиг, потому что он нам будет мешать только. Я извиняюсь за читерство, но, блин, это для меня слишком сложно. Этот охранник будет мешать нам очень сильно. Врубаем режим волк. Пусть лучше один противник будет, и то мы его забагуем сейчас. Приманить его нужно. Алло, сосед. Алло. Алло. Слышь, придурок. Алло. Слышь меня? Сейчас попробую баг этот продемонстрировать вам. Эх, не получилось. Надо, чтобы он обязательно зашел в спальню и выпрыгнул в окно тоже. Сосед, кстати, обратите внимание, он иногда может быть в шляпе, иногда может быть и без шляпы. Иногда он также может быть в очках. Ой, ё-моё, как пугает-то, а? Да что ж такое, не срабатывает, блин, ладно, гастом сделаем, это лучше будет быстрее. Причем он за нами не будет бегать, когда он находится... Когда он перестает нас уже искать, он... Он нас не преследует. Он начинает нас преследовать, когда мы у него на территории находимся. А чё он не выходит-то? Ну, сейчас выйдет. Можно еще окна открывать вот эти.
А, вот, застрял. А, нет, все, выбрался. А чё он ко мне опять домой пошел? Надо, короче, чтобы он выпрыгнул из этого окна, и тогда он забажится. Ну где он, ёпта? Он еще и камеру поставил у меня, обалдеть. Да, но Destroy Target там удалять соседа нельзя. Это приведет к тому, что вылетит игра. Этого охранника удалять можно, соседа нельзя. Игра через несколько секунд. О, во, выпрыгнул из окна, и все, он тупо встрянет там и будет тупо. И тупо там застрянет, короче. Ну, правда, он через какое-то время выберется. Но прежде чем он оттуда выберется, долгое время пройдет. Так что у нас полно времени на то, чтобы изучить его дом. Дверь закрыта на решетку, на ключ-карту, на доски и два замка. Намного, много на чего она закрыта. Ну и, короче, пока он там встрял, давайте действовать. Прежде чем он оттуда выберется, долгое время пройдет. Да, подлагивает, надо, наверное, настройки графики чуть понизить еще сильнее. Все равно лагает. И вблизи качество портится. Но мод очень требовательный, поэтому ничего не поделаешь. Теперь делаем вот так. Да, вблизи ужасно выглядит. И все равно лагает, причем. Давайте что-то назад поставим. Дальность прорисовки. А, нет, это не дальность прорисовки. Текстура высокая. И не постобработка это, и не текстурки. Может, это постобработка? Это постобработка. Во, вот, это постобработка. Текстуры, а текстуры ниже. Все равно подлагивает. Короче, два ключа мы достали из гаража. Один из них от этого сарайчика. И анимация красивая имеется здесь. Что... За что я даю респект автору этого мода. Короче говоря, здесь вот такая вот машина. Супер-мега-насос, я так понимаю. Который нужно заправить. Этот рычаг ничего не делает, он просто так тут стоит. Или подождите, или это свет включается. Это свет включается. И, короче, чтобы он заработал, нужно... Два... Нужно 4 краника использовать. Он там до сих пор. Он до сих пор там, вылезти не может из бага. А второй ключ от этой лестницы. Чтобы крутить те 4 краника повернуть для его включения, нам нужно выдрать этот вентиль. Чтобы он вырвался, надо 3 краника запустить, чтобы здесь давление поднять. Мы, собственно говоря, первый краник включили, а на этой лестнице второй краник у нас идет. Второй краник. Вот второй краник. И еще третий на третьем этаже находится краник. Так, мы... Собственно говоря, здесь есть люк водопроводный внизу. Этот люк есть на улице, на дороге. Мы, когда этот мод в первый раз смотрели, мы в канализацию залезли с улицы. А отсюда наоборот вылезли. Теперь давайте здесь спустимся. Только вот не так-то просто это, похоже, будет. И, короче, там кое-какой важный предмет лежит в канализации.
мы слышим звуки соответствующей канализации. Здесь есть несколько дверей, но все они закрыты. Здесь отбойный молоток лежит, который нам очень нужен будет. Здесь, собственно, это люк на улицу. Мы туда не пойдем, потому что там сосед, ну его нафиг. Надеюсь, что он не вернулся. Можно, в принципе, пойти туда, но там ничего нету, там решетка. Вот канализация сделана очень круто. Тоже огромнейший респект автору. А, кстати, автор русскоязычный у этого мода. Русскоязычный, это очень удобно для меня. Не кажется, или он ходит где-то? А нет, не ходит. Еще пока не ходит. Значит, показалось мне. Ладно, берем отбойный молоток. И ключ к желтой берем. Ой, как подлагивает с записью. Без записи тоже подлагивает немного, но не так сильно, меньше. Лифт не работает, его нужно включить. Питание у него не включено. Убираем стулья. Нам нужен будет колокольчик. Колокольчик мы добудем потом. Так, здесь у нас заморожено. Опа, а сосед-то выбрался из бага. Давайте заманивать его обратно. А, вот он. Иди за мной, сосед. Так, не пришел. Придется опять ждать его на территории на его. А куда ты побежал? Подожди. Давай сюда, сосед, пожалуйста. Беги сюда. Ты мне очень нужен, сосед. Неужели опять потерял меня? Твою ж мать, а. Так, и он преследовать нас начнет только когда на своей территории будет. Машины не наносят ему никакого вреда. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Э, ты куда пошел? Ты не туда пошел, сосед. Ну и все, пусть там сидит дальше. Через какое-то время он действительно выбирается оттуда. И это реально неприкольно. Короче, ключик этот желтый от этой двери. Все это имеет красивую анимацию. Здесь у нас закрыто. Открыть можно только с обратной стороны. Зонтик пригодится чуть позже. Может быть, даже не в этом видео еще. Включаем генератор. Включаем камеры. Эта дверь заперта. Пока что. Ее открыть можно только с обратной стороны. Что-то, по-моему, даже звук подлагивает. Короче, чтобы попасть на третий этаж, нам нужно достать до того рычага.
закинуть туда предмет. С первого раза попали, отлично. Обратно, кстати, не задвигается он почему-то. Да. Да, давайте включим заранее вот эту систему. Вот здесь один из краников. Также мы есть краник в ванной. Так, вот третий этаж, собственно, как вы видите. Здесь находится последний третий кран. Вот. Давление на максимум стоит. Колокольчик берем. За этой картиной с котиком в очках прячется код, который нужно подсветить ультрафиолетовой лампой. Здесь поезд, но он пока не поедет, потому что нужно запустить тот самый насос в сарае. Он все еще там, отлично. Так, берем лопату и вскапываем могилу. Процесс копания здесь довольно-таки длительный. И причем, к сожалению, не работает так, чтобы просто удержать кнопку. Надо немного раз щелкать туда. Но, с другой стороны, реалистичности больше придает. Все, докопались до нужного момента уровня земли. И... собственно, доставим оттуда манекен. И ставим его туда, где он, собственно, должен быть. Сосед все еще там, отлично. Ставим манекен сюда и решаем примеры. Примеры все те же самые, что и в оригинальной Альфе 1. А ведь мы как-то, помню, играли с вами в экстендную версию Альфа 1. Фанатской какой-то игры. И там примеры усложненные были. Там вообще были другие примеры. Там были примеры, в которых надо было искать корень. Это там, короче, более сложная математика. Но мы с ней справились все же. Я так радовался, когда 60-ку нашел, которой в этой комнате не оказалось. Nintendo Switch у нас тут есть, обалдеть. Так, еще восьмерка. Да что же это такое, а? Восьмерка находится тут у нас, в ящике. Выпадает у нас ружье. И прежде чем использовать его, сосед, кстати, когда нас ловит, или охранник его, все наши вещи попадают в этот ящик. Если они, к сожалению, не провалятся под землю. Вентиль выпал. И давайте перекроем кран. Вот этот. Чтобы этот напор перестал отсюда идти. И можно теперь крутить эти самые краники, для которых нужен насос. Всего таких кранов 4. Он все еще там, отлично. Вот для чего нужно ружье. Так, во-первых, я хочу взять парту. Для того, чтобы было удобнее стоять. Короче, это мини-игра. При нажатии на кнопку нам надо убить всех 15 врагов. Нажимаю кнопку. Отлично, с первого раза всех замочили. Играет вот такая музычка. Собственно говоря, музычка это из Angry Birds Seasons. Это главная тема эпизода Акробекон. По-моему, называется он. Так, здесь у нас второй экранник. А,
Так, отбойный молоток остался на... остался у нас внизу. Ой-ой. Он все еще там застрял, но он на дальнее расстояние может кидать капканы. Я куда-то сюда бросил его, по-моему. Вот он. Пошел нафиг, ты до меня не достанешь. Сперва выберись оттуда сначала. Скорее всего, он через какое-то время ТП-шкается оттуда просто. Открываем эту дверь. Так, а теперь приготовьтесь, сейчас, сейчас буду громко сверлить. Долбить. Приготовьтесь, сейчас будет громко. Закончил. Собственно говоря, все вы знаете эту комнату. Нам нужен медведь, а ключа там нет. Нам нужен именно медведь. Потому что ключ. Вы слышали это только что? Он выбрался опять. Заманиваем его обратно в ловушку. Я здесь, иди ко мне. Вот так вот. Мы снова его забаговали. Он все время бажится в этом месте. И слава богу. Короче, нам надо в печь засунуть этого медвежонка. И подождать некоторое время. Ключ, причем мы можем взять его, не обжечь при этом руки. Это ключ от подвала, от одного из замков. Мы не можем его сейчас использовать из-за закрытой решетки. Давайте положим его в ящик, в этот. Опа! Как так-то, а? Как он выбрался оттуда? Так быстро, а? Как же так-то, а? Как ты выбрался? Алло, дружок. Он не забаговался? Как так-то? Он сразу выбрался оттуда. Чё за ерунда? Как так-то? А ну преследовать меня, быстро! Преследовать меня немедленно. Тьфу ты. Перестал искать меня, вот беда. Вот только не... Вот не дай бог, он опять не забагуется там, а? Забаговался, отлично. А теперь возвращаемся на верхние этажи обратно. Продолжаем третий этаж исследовать. Во-первых, третий кран находится здесь.
И дальше нам надо сюда. Здесь плавает акула, так что... Но она плавает медленно. Так что будем осторожны. Четвертый кран здесь. Акулу эту нам не обезвредить, поэтому нам надо проскользнуть к двери, пока она нас не поймала. Во, мы проскользнули. Она просто медленно идет, как вы понимаете. Здесь закрытая дверь, и нам надо код. Код, который на той самой бумаге невидимыми чернилами написан. Как вы видите, он там все еще забагованный. Здесь в ящичке у нас зеленый ключ находится от этой двери. Здесь у нас кое-какое очень опасное место, где мы можем сдохнуть. Если пуля попадет в нас, мы умрем. Поэтому надо очень аккуратно как-то проскочить. Надо рассчитать время выстрелов и проскочить. Опа! Твою мать! Я из-за бага не пролетел туда. Сейчас еще раз попробуем. Я забаговался, и меня развернуло, и я из-за этого не проскочил. Я опять... Ой, а, нет. Сейчас проскочил. Проскочили во второй раз. Стулья эти мешают. Фух, проскочили. Второй раз проскочили. Нам нужно открыть эти двери, чтобы нам не пришлось возвращаться в эту ужасную комнату. Этот щиток включает лифт. Вызываем лифт. Забагуем соседа снова, давайте-ка. Почему-то отключается свет в каком-то месте во время режима ГОСТа. И ждем, когда появится сосед. Вот он появляется все время, когда не надо, и не появляется, когда мне надо. А, нет, появился. Вообще звук лагает. Мод очень требовательный и... Ну! Пою же налево, а. Он видеть нас должен именно. Именно видеть.
можем теперь спокойно воспользоваться лифтом. Но мы можем еще кое-что сделать. Мы, поскольку открутили все 4 крана, мы можем включить этот насос. Кстати, чтобы насос работал, вот это вот должно быть включено. Теплая вода, в смысле. Без этого насос не заработает. Итак, включаем. Насос включен. И это запускает вагончик наш. Эти предметы исчезают через какое-то время. Как же все лагает, а? А как наверху потом будет лагать? Ужасно. Предлагаю идти на третий этаж. Нет, сначала на второй. Ну пусть сначала на третий поедет, потом на второй. Нам на втором кое-что надо сделать. Так, второй нужен нам. Ломик здесь у нас находится. Если мы возьмем горячий лом, мы умрем. И после этого лом не появится снова. Он просто исчезнет, и мы нигде его не раздобудем. Это неприятная вещь. Поэтому нам нужно остудить ломик и взять его. Одного ведра хватает, чтобы остудить лом. То есть мониторы отключены, но камеры все равно работают. Как-то это немного странно, не находите ли? Теперь возвращаемся на третий этаж. Кто-то дверь открывал. Сосед вернулся опять, что ли? Он опять вернулся. Только странно, как-то мы едем немного. Притормози, ё-моё, притормози, стой, остановись, ё-моё. Езда на вагончике не проработана. И багуем соседа снова. Подождите, нет, сосед все еще забагован. А кто дверь тогда открывает? Кого этого охранника-то я удалил. Он не должен был возродиться. Это, собственно, четвертый этаж мы должны открыть. Там в той комнате находится магнит. Который мы должны сломать. Собственно говоря, здесь находится ключик еще один гаечный. А еще за этими картинами ключ-карта находится. Которую надо достать с помощью магнита. А магнит появится немного позже. Ой, я не тот этаж выбрал.
открываем эту дверь. Она на гвоздях. Лагающий звук, ну вообще. И ключиком открываем гаечку. Вот это включаем. Туда чуть позже, но сначала вот это. Сейчас будет очень эпично. Сосед забагованный, отлично. Включаем. Вот так. И там пила. Пила нам пригодится чуть позже. А теперь идем сюда. Здесь еще одна так называемая мини-игра. Переключаем направление. И управляем этими управляшками. А попали с первого раза, отлично. Мы достали ультрафиолетовую лампу и можем теперь узнать код. Собственно говоря, здесь у нас больничная койка, ничего полезного здесь нет. Она обозначается как фонарик. И идем, собственно говоря, узнавать этот код. Он тут на третьем этаже находится сразу. 78878. Код всегда будет рандомный. Код здесь всегда будет рандомный. И поэтому, поэтому, ребят, если вы будете играть в этот мод, вот это неверно у вас будет. Это мой код, так что его не вздумайте выводить. 78 878. Сейчас попробуем. 78 878. Пароль верный. Дверь открыта. Сейчас будет трэш. Все нафиг разрушится. Тут у него хранилище золота, блин, находится. И, собственно говоря, здесь находятся пластинки. Нам нужна одна из них. А теперь возвращаемся на четвертый этаж. Возвращаемся на четвертый этаж. Она нужна будет нам там. Вообще плевать на эту ворону, не обращайте внимания. Еще здесь находятся туалеты. Но это не бесполезная комната, потому что здесь находится вот такой медный ключ оранжевый. Он нам тоже очень пригодится. Короче, в этот граммофон сейчас стоит вот такая пластинка, она нам не нужна. Нам нужна красная пластинка. А также чуть позже пригодится зеленая. Но пока берем красную. Пригодится она прям тут рядом. Блин, что это было сейчас? Итак, включаем. Не обращаем внимания на то, что лагает. У меня компьютер этот мод, похоже, нереально не вытягивает на все 100. Я не помню только, что это у нас открывает. Провод ведет в эту комнату, в которой мы еще не были. А, это отключает вот эту вот комнату.
вот эту вот самую комнату. Сосед все еще там. Это прекрасно. Собственно, тут у нас балкон. Можем выйти посмотреть на этот шикарный вид с балкона. И сосед продолжает кидать у нас клей и капканы. И, собственно, в этой комнате кое-что полезное находится. Нам надо попасть наверх. Там находятся два важных ключа. Ружье уберем. Я не думаю, что оно нам понадобится. Эх, еще выше надо. И это не подходящее место для коробок. Надо другое. Табличка упала. Надо еще больше коробок. Там два ключа важных. Впрочем-то, ключи всегда важные. Первый. Второй. Сейчас попробую достать. Не могу дотянуться до второго. Сейчас достанем. Блин, я упал. Ставим пока здесь его. Да что ж ты будешь делать, а? Невезение какое, а? Да блин, я гастом сейчас достану. Лезть туда, блин. Мелкий слишком ключ этот. Короче, первый ключик, оранжевенький, это от комнаты, которая находится тут. Комната от... Это ключ от сундучка этого. И в этом сундучке вот этот образец находится. Да, тут все можно просто нафиг снести. Этот образец нам нужен в этот микроскоп. Микроскоп используем и ищем фигню, которая светится. И включаем этот рычаг. Понять не имею, как это так вообще может работать, но это работает. И дальше, собственно говоря, это открывает решетку, которая была здесь. Так, в этой комнате ослаблена гравитация. Так, этот ключ оранжевый от этой двери. Но нам также нужно еще кое-что. Нам нужно использовать этот ключ от машины. А, и ломик, кстати, хорошо, что у нас с собой. Нам надо открыть эту дверь. За этой дверью находится очередная мини-игра. Если мы ее пройдем удачно, то мы получим огнетушитель. Надо нажать на кнопку и после этого нажимать на подсвечивающиеся кнопки до тех пор, пока нас не задавило стеной. Ну, с богом, давайте. Раз, два, три.
Есть, отлично. Огнетушитель мы получили. Но чтобы открыть эту дверь, нам нужна пила, которая выпала из того, из этого, со статуи, которая упала на землю и разбилась. Так что возвращаемся вниз. Посмотрим, что за этой комнатой находится. Я не вижу смысла открывать этот гроб, потому что за ним еще один ломик такой же находится. Едем на первый этаж обратно. Этот ключ от машины, а в этом... от багажника, точнее, машины. От багажника машины. В багажнике у нас по традиции магнит. Магнит по традиции у нас. Также хватаем пилу, которая здесь выпала. Остатки от статуи исчезли нафиг. Возвращаемся на четвертый этаж. Какого фига здесь делает крышка от бака мусорного? Лифт еще и по-русски говорит у нас. Магнит для этого нам был нужен, чтобы ключ-карту раздобыть. А пила... Сейчас. Ну, вы сами помните, для чего пила. Тоже красивая анимация имеется. Респект автору за эти анимации. А здесь для того, чтобы открыть ту дверь с решеткой, нам надо поставить предметы, как показано на картинке. И, к сожалению, большинства из этих предметов нет в этой комнате. Нам придется их в разных комнатах искать. Так, во-первых, какие предметы можно... И кактус можно взять в той красной здоровенной комнате. А какие еще мелкие предметы есть? Вот баскетбольный мяч где найти, не знаю. Чайник на месте. Кружечка. Здесь есть что-нибудь из этих предметов? Цветок есть там где-нибудь? Не, нету цветка. Горшок какой-то в шкафу должен быть. Чашка. Эта чашка оттуда вообще нет. Опа! Опа! Сосед вернулся. Он спускаться. Он будет прыгать за мной, нет? Не, прыгать не будет. Сосед не такой глупый, как мы можем подумать. Заманиваем его опять домой к себе. Он опять нас потеряет сейчас, еб... Он потерял нас опять. Может он, ну может он так выпрыгнет из окна. И забагуется. И пусть багуется. А мы вернемся сюда обратно.
Так. Короче, нам вот здесь кактус есть. Только достать до него будет непросто. Я схватил его, отлично. Кактус ставим сюда. Ну не так же, ё-моё. Чашки нету здесь такой, к сожалению. Придется где-то искать. Радиоприемник, я так понимаю, должен быть именно коричневый, а не синий, как там. Думаю, кружку можно эту взять. Вроде бы она. Стульчик еще один надо. Ну, со стульчиком проблем, я думаю, не будет. Не будет. Можно отсюда взять стульчик. Ставим сюда. Что еще нам надо? Нам надо какой-то горшочек белый. Толком не видно, что это за горшок. Ну и баскетбольный мяч еще. А, и радиоприемник. Радиоприемник тут, по-моему, был. Нет, это не того цвета приемник. Пусть будет, ну пусть пока он постоит. Баскетбольный мяч я не знаю где искать. Так, вот теперь надо подумать, где этот горшок взять. Может, это ваза вот это все была или нет. Хотя я что-то так не думаю. Это не похоже на вазу. И она не влезет в этот шкаф. Но это явно не кружка, хотя может и кружка. Это кружка может быть. Может и кружка, пусть стоит. Других вариантов я просто не вижу. Никаких. Ну и этот баскетбольный мяч. Где его искать, я не знаю пока. Но будем просто ходить по комнатам. Может, пошукаем вокруг, может, что и найдем. Здесь с гравитацией, видите, такие вот вещи, дела. Нам надо запрыгнуть сюда и будь аккуратным, здесь пожар полыхает. Тушим все здесь. Огнетушитель работу свою сделал. Слишком много камер здесь у нас. И не находите? Я чувствую, мы за одну серию все это пройдем. Только серия, я не знаю, насколько длинная будет. Здесь ничего полезного не наблюдаю я. Вот тут еще, кстати, кактус один есть.
на случай, если мы бы не нашли тот. Ну это подсказка, что ключ-карта там находится. Сколько времени уже прошло? А, уже час. Я думал больше. Ну ладно. На чем мы остановились? Нам надо найти баскетбольный мяч где-то. Блин, я упал. Где же баскетбольный мяч найти, а? Так, радиоприемник вроде бы того цвета, который нам нужен здесь. Или нет, подожди, это тоже красный. Это красный тоже. Так что не уверен, что он нам подходит. Баскетбольный мяч может на первом этаже находиться. Или может в этой комнате что полезное есть. Здесь-то нет. Туда не подсунемся никак. Закрываем пока что. И думаем, где искать баскетбольный мяч. Здесь его нету. Вот он. Баскетбольный мяч есть здесь. Теперь ищем в обычных комнатах тогда этот приемник. Того цвета, который на картинке. Он запросто где-то может быть. Например, в спальне. Нет, в спальне нету. Нет, а тут опять красный. Или может быть на картинке и был красный, но там непонятно нифига. Ладно, давайте вернемся на четвертый этаж и проверим так. Может быть, радиоприемник правильный? Я очень надеюсь, что кружка это был правильный вариант, потому что на картине что-то не совсем похоже на кружку. Там какая-то сверху фигня была еще над ней. Темная. Какой-то узорчик. Как будто это не кружечка, а что-то другое. Впрочем, для чего бы другое влезло туда? Чего бы другое туда влезло? Ничего бы туда больше не влезло. Куда нам надо его ставить? Сюда? Не открывается. Либо приемник не тот. Хотя вроде по цвету он. Либо действительно вот это другое что-то. А, цветка не хватает еще. Не хватает цветка. А цветок тут я где-то видел. Он тут где-то рядом был. Где-то я видел цветок. Не рядом совсем. Только я забыл где. Ну не этот, не синий цветок это. Это там был красный, а это синий. Вот красный. А, и баскетбольный мяч тут был. Че я вниз-то пошел? Так, не дай бог сейчас не откроется. Не открывается все равно. Что-то не то, узнать. Что-то у нас не то все равно. Что-то у нас не то, похоже.
радиоприемник другой стороной должен стоять. У меня такое ощущение, что радиоприемник не того цвета. А где он? Куда он исчез? Выпал. Не знаю, что-то не открывается он. Я не понимаю, вот это что такое? Просто не понимаю, вот это что такое? Короче, надо в интернет залезать. У нас радиоприемник не того цвета. И, кстати, есть комната, в которой... Есть приемник нужного цвета. Он здесь. Что-то все равно не открывается она. Не понимаю я, почему. Может, прямо должно что-то стоять? Да ё-моё, а. Ничего не понимаю. Вроде все правильно стоит. А не работает. Я сейчас посмотрел у чувака видео, как он проходил у него. Он все точно так же поставил, у него все открылось. Почему не открывается у меня? Может, я что-то забыл? В общем, если знаете, то дайте знать в комментариях. Впрочем-то, за той комнатой нам нужна зеленая пластинка. Для того, чтобы, прежде чем идти в ту комнату. А она находится здесь. Сосед вернулся, кстати. И это очень-очень печально. Идем с граммофоном туда. Сосед, кстати, напоминаю, в любом месте вообще может быть. И похоже, судя по звукам, он тут где-то рядом. Но нам надо его сюда заманить. Блин. На звонок он, кстати, что-то не реагирует, по-моему. На этот. Все же он не рискует-то спрыгнуть оттуда. Ну, мимо-то куда идешь? Сюда иди. Давай за мной, сосед. Я тут! Даже надо-то. А, все вспомнил. Нам в эту комнату надо. Не знаю, почему не работает. Если знаете, пишите в комментах. Ну, в общем, здесь нужен граммофон. Вот этот зеленый. Рычаги должны на вот таких позициях все стоять. И должна быть включена вот эта штука. Все, врубаем режим волк. Вы, наверное, спросите, а что это открылось? Это открылась решетка от подвала. Давайте открывать его постепенно.
Нам остался всего лишь один ключ. Еще золотой ключ надо найти. Он находится за той дверью, которая закрыта на синий ключ. Я, правда, забыл, где искать этот самый синий ключ. Но вроде что-то я припоминаю. Опа. А, я уж думал, он опять вернулся. Там нужна будет скорость. Скорость нужна будет. Тут бы нам зонтик не помешал, знаете ли. И он и рядом. Да спустись ты, блин. Я вспомнил, где синий ключ находится. Он находится там, на крыше. На верхушке, на лестнице. Синий ключик находится там. И, кстати, какого-то фига статуя соседа в небе парит. Вот. Ключик, ну, который нам нужен. Еще яблочко пригодится нам. Эти, промахнулся. Но ничего, можно еще раз. Ну-ка. Да ёп. Шкин кота. Это место на скорость. За 15 секунд надо добежать до двери с синим замком. Ты еб... Я упал. Ладно, попробуем еще раз. Да ё-моё! Опять упал. Туда-сюда возвращаться не хочу я. Где
Где? Я успел открыть дверь, но не успел войти в нее. Ну ладно, хоть какой-то успех. Попробуем еще раз. О, отлично. И золотой ключик здесь у нас находится. Все, наконец-то можем попасть в подвал. За один выпуск все прошли. Выпуск невероятно длинный, больше часа. Но мы это сделали. Мы это сделали. Не знаю, сколько это будет обрабатываться. Я, наверное, на ночь это просто поставлю. Видео выходит на следующий день после этой записи, это точно, я не успею обработать и выпустить его сегодня. Сегодня консольная версия, выпуск по консольной версии Кадседа выходил, так что ничего страшного. Let's go. Такая вот фигня с этой дверью происходит, непонятная. Ну, естественно, погоня здесь у нас будет. Куда же без нее? Ну, без нее не может ничего быть. Заперты здесь. Эти, блин, а? Нас поймали. Давайте по другому пути пойдем. Дверь прикольно, что там поставили. Это прям вызывает интерес. Что же находится за ней? Но она заперта. Твою мать, блин, а? Туда, короче, нам не надо идти. Пойдем влево. Твою ж мать, а. Да, вот такой вот подвал здесь. Тут просто завалы, за которыми ничего нету. И дверь. Дверь, к сожалению, заблокирована. Единственный путь это наверх. Свет в конце туннеля вверх, блин.
И мы выбрались опять наружу. Да. И теперь спрашивается, и вы только ради чего все это? И ради чего это было все? Ради опять того же, что мы видели в обычной Альфе 1. Мы тупо залезли в подвал. Соседа переполошили, вернулись из него ни с чем. И в итоге он нас просто закопал. После больше часа этого дикого путешествия по дому. Ну ладно, тем не менее, моду я готов галочку поставить. Отличнейший мод. Но высокая сложность. Реально, очень высокая сложность. И было бы, я был бы рад, если бы выпустили бы какую-нибудь более облегченную версию там. Ну, например, в которой бы не пропадали бы вещи там, например. И этот отсутствовал бы этот охранник. Не знаю, зачем он вообще там нужен был. Просто для того, чтобы мод был еще сложнее. Кстати говоря, с команда Friends Forever в командной строке, которая делает соседа безобидным, не работает в этом моде. Также в этот мод не переносится способности из оригинала. То есть можно загрузить акт 1, акт 3, и в котором уже все эти способности: двойной прыжок, там отталкивание от соседа, прятание. И можно с ними перейти в другой мод, если переключиться на мод, оставившись с этими способностями. Но в этот мод, к сожалению, способности не переносятся. Ну а в остальном все шикарно. На сегодня все. С вас лайк, подписываться, с меня эпичные видосы. Надеюсь, что таких длиннейших видео больше не будет у нас. Подписывайтесь на стримский канал, на влоговый канал, на группу ВКонтакте вступайте. И всем пока.